В педалях кружат кеды. Не просто едет, а летит моя ракета-пушка. Ракета-пушка. Пушка. Ракета-пушка. Ракета-пушка. Когда смотрю на свою огнепушку, она заряжает мою ракету-пушку. 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 Ага. Давай проверим, чья здесь ракета-пушка. 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 Давай проверим, чья здесь ракета-пушка. Ракета-пушка. Yeah. С термосолейка в кружку топливо и стильная наклейка для моей ракеты-пушки. Кайфишь, Лёха поедет. Здорово! Что, первое место займешь сегодня? Нет. Нет? Конфиг хуёвый. Слишком сложный. Ага. Когда смотрю на небо, становится просторно в моей ракете-пушке. 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 Пушке. Давай проверим, чья здесь ракета-пушка. Давай проверим, чья здесь ракета-пушка. Пушка. Из пункта А через чекпоинты летят наши ракеты-пушки. Ракеты-пушки. Пушки. Ага. Ей. Давай проверим, чья здесь ракета-пушка. Ракета-пушка. Давай проверим, чья здесь ракета-пушка. Ракета-пушка. Давай проверим, чья здесь ракета-пушка. Давай проверим, чья здесь ракета-пушка. Хотелось бы поблагодарить организаторов, а то все у нас игрокам, да, участникам, спонсоров, ну так от меня, да, от Димона. Нет, а потом. Вау, барымцы! Спасибо большое. Спасибо. От души, братан. Да. Короче, скажу по тому, кто победителем стал в чемпионате. Это мы скажем попозже, потому что нам надо все порешать, посчитать. Трем человекам выдадут подарки от ЕКБ Мотоспорт, очень жирные, по поводу сезона предстоящего зимой. А сегодня так, давайте чемпионов-то сегодняшних. Саня Казанцев где? Говори, какое место. Третье место у Сани Казанцева. Красавчик. Саня получает наклейку лимитированную от нас. Дипломчик. Сертификат на покраску дисков Discard. Стикер от ЕКБ Motorsport. Шица в ОПС-чипе, как раз ты недавно поставил инжектор. От БК атрибут футболочка. И тут, короче, на выбор, что тебе нужнее, сгоны на 160 или переходные штучки на 8-й подшипник. На 8-й подшипник забирай. А, и бабки. И бабки, да, Саня. Бабки. Красава! Поздравляю! Спасибо. Красава. Второе место у нас. А кто второе место занял-то вообще? Антон Шершон. Красавчик. Не распрямляйся, ну ты чего? Хоть были проблемы. Но лимитированная наклейка, дипломчик, что молодец. Сертификат от дискарта. АПС профиль надо. Стикер от ЕКБ Моторспорт. ВПС чип разбирайся с инжектором, потому что так ездить невозможно. Футболка от БК атрибут. Маховик от Лидер Мотоспорт.
Легенький. Легенький. Легенький, но тяжелый и пиздец. И бабки нахуй. Красавчик. Ну и чё? Вообще, пиздец. Неожиданное решение для меня сегодня было. Короче, человек, который больше всех выебывался. Что-то там говорил. Мы ему минусы ставили всю квалификацию за его слова нахер. Пожалуйста, Чукреев, Чукча, выходи-ка. Поздравляйте. Красавчик. Получаешь наклейку, дипломчик, подарочный сертификат, дискард, БК-атрибут, значит, футболочку. ЕКБ Моторспорт тебе сдарит наклеечку. На, прошьешься, тебе тоже полезно. И самое главное, смотри, какая штука от Лидер Моторспорт с регулятором, чтоб ты не перетормаживался. И от Клуб Турбо тебе вот такая вот шняшка. И пачка денег, братан. И пачка денег, братан. Ты сегодня банк сорвал охуевший просто. Спасибо. Так, теперь... флаг. Флаг ему еще отдай. У него же флаг. В Каменск-Уральском будешь там телок клеить. Тоже подарок? Выставку. У нас кто-то есть по выставке-то? Да, у нас шуба есть. Шуба? Шуба, ну ты где? Ты вы кого-нибудь выбрал? Да. Сертификатик. Так, кого? Давай сначала начнем, значит, с копеечки. Копеечка. Чья там? Сертификатик. Наклеечку. Штучку «Позвони мне». И этот, как его? Ну, короче, ты понял. От БК атрибут. Так, дальше кто у нас? Эмиль. Так, сертификат от винилов. На тебе наклеечку. Штучку «Позвони мне». И брелочек. Так, теперь пятерка, фикс. Держи от винилов, тебе сертификатик. Наклеечку. Двойка, тройка, шестерка. Саня. Похлопаем, ё. АПС-чип на прошивку. Парень, молодец, нормально, блядь, боролся. Наклеечку еще. Прошивешь нормально месяц. И позвони мне, на. В принципе, кто хочет кататься, может кататься по конфигу, который был сегодня, с заездом туда, с приездом одно. Да, ребят, не расхерачивайтесь. У нас тут день рождения было у одного молодого человека. Я бы хотел его сегодня здесь поздравить. Женя. Давай, у нас нету подарков тебе больше никаких. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Shadows settle on the place that you loved. Shadows settle on the place that you loved. Ну, в общем, спасибо, то, что ездили к нам на чемпионат все лето. Будет зимний чемпионат чуть попозже, с первым снегом. Мы начнем до того, как встанет лед. Вот. А сейчас, наверное, надо наградить ребят, которые показали класс и приехали в сумме трех этапов на первые три места. Почетное третье место занимает Изгагин Артем. Тема! Красавчик! Тема у нас получает... Сертификат, значит. Так. Ой, сертификат. Спасибо. Диплом. На. О. Ты молодец. ЕКБ Моторспорт. ЕКБ Моторспорт нас просто поддерживал все это время. Так, Тёма у нас набрал 585 очков. И вы не поверите, но Чукреев, который ездил и ничего не занимал, кроме последнего этапа, набрал 512. То есть, по итогу, если бы он на втором этапе заехал хотя бы на тумбу, он, наверное, бы все-таки Тему пододвинул. Карандашик, ты второй! Диплом получаешь. Куда встать? Кубок. Кубок. Ты все хотел кубок, я тебе дал кубок. Наконец-то. Красивый, там написано даже, за что. В УЛД чемпионате. На любом этапе у ЕКБ Моторспорт, только на трассе, по-моему, да, у него? Да. То есть у нас в городе, то есть. Это чисто от них. Леха, стой сюда. Стой сюда. И первое место. Шершин. Всеми правдами и неправдами, с поломками автомобилей он приехал на первое место. Поздравляю. Кубок тебе. Чик. 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 Кубок. 10 посещений на Кубу. От ЕКБ Моторспорт тебе движуха. Переделанная. Чемпионата.
Так что, парни, ждем первый снег, когда трасса как бы станет, будет уже более-менее вся снежная, и будет тогда первый этап. Будет снова три этапа, снова будет по итогам чемпионата. По итогам. Это что я тебе? Чемпион? Чемпион. Ты официальный чемпион. А карандаш — вице-чемпион.